Зачем нам чемпионат мира, если есть Мелбет первая лига? Стадион «Нефтехимик» в Нижнекамске, стадион, который за один день принимает два поединка. И вот этот самый матч, вечерний матч, противостояние КамАЗа и Кубани. Уже можно начинать, поехали. Разыгрывается Кубань. Сразу следует заброс вперед. Три матча в этих командах. Здесь момент. Момент. КамАЗ идет вперед. Удар. И первый сейв в нашем матче. Юрий Нестеренко успел среагировать, успел отбить. Все прохладнее с каждой минутой. В атаке КамАЗ. Хорошая передача. Удар. Изловчился здесь пробить. Владлен Бабаев. Взаимодействие КамАЗа. Опасный момент. Удара. Снова не хватает силы удару. И это пока вообще главная проблема для КамАЗа в атаке. Вспоминаем и удар Серченкова. Отключить Игоря Безденежного. Ох, как рискованно играет Кубань. Гаглоев уходит от Сослана Токазова. Гаглоев! Гаглоев бьет! На этот раз решил пробить. Пробил в ближний. И Юрий Нестеренко снова. Кубышкин сыграл в штрафную. И это выглядит все довольно опасно. И Родин может пробить. И пробьет! И забьет Родин! 1-0! Даниил Родин какую красоту уложил в створ ворот КамАЗа. Как классно поймал мяч на подъем, как классно пробил в ближний угол. Великолепнейший удар. И сейчас начинается очень активно второй тайм. Удар, перекладина. Вот это да, и из этой же точки Даниил Родин забивал в эти же самые ворота. Как же не везет в нынешней игре Владлену Бабаеву. Слушайте, но на этот раз он хотя бы пробил. Махамад смотрит в штрафную, убирает соперника. А может быть сейчас пробьет? А пробьет! Пробьет в ближний. И там даже кому-то показалось, что мяч оказывается в створе. Но это обман зрения. Следует перевод. Каликин, Гаглоев. Гаглоев против Рыбина. Казалось, что далековато мяч упустил, но нет. И передача прошла, и момент. И здесь выручает Юрий Нестеренко. Ну уже просто на линии ворот дежурят футболисты КамАЗа. Уже просто, ну буквально с полуметра стараются вонзить мяч в сетку. И по-прежнему безрезультатно. Низом. Гаглоев постоянно ассистирует. Нужно и пробить. И пробил, и попадает в штангу. Но это сумасшествие. Это сумасшествие. Там какое-то силовое поле просто выстраивает Юрий Нестеренко. Не по голевому, по-прежнему все это в сухую. Заброс, удар, момент, и что забили? Они забили, они затолкали, они это сделали. Валентин Пальцев снова забивает на последних минутах, ровно как и в ворота СКА Хабаровск. Но разница в том, что сейчас-то гол. Стан Гаглоев, передача. Шамкин, Шамкин, и сыграть в полуфланг. Нужно, пробил и забил. И забил, 2-1. КамАЗ, КамАЗ, КамАЗ делает это. Шамкин за минуту сначала Пальцев, а потом Шамкин отличаются. Ну чудеса. Ну Мелбет, первая лига, я тебя люблю. Я тебя люблю, я признаюсь в любви нашему дорогому первому дивизиону. Ну какой чемпионат мира, ей-богу. Ну какой чемпионат мира, если здесь такие эмоции? И все. А вот теперь финальный свисток. 2-1. КамАЗ вырывает. Делает невозможное. И на стадионе в Нижнекамске наконец-то КамАЗ побеждает. 2-1.